Горнолыжный курорт «Горки город» известен далеко за пределами нашей страны. Многие, так и говорят, догнали и перегнали Европу. Люди приезжают сюда на отдых и на месяц, и на несколько дней, чтобы получить яркие эмоции. Приехали отдыхать. Вот, в общем-то, решили сегодня прокатиться вот такую вот праздничную поездку сюда. Ну да, сами не спортсмены, но планируем в будущем. Поэтому решили посмотреть и смотреться. А «Горки город» встретил гостей не только обилием солнца, но и снега. Из него и лепили участники праздничного мероприятия идеального мужчину. Но снежный не конкурент настоящему, который и в горы пригласит, и розу подарит. На Красную Поляну хотели приехать давно, вернее, дойти сюда пешком, походом. Вот, но попали в итоге зимой и на лыжах. Впечатление нам здесь очень нравится. Очень красиво. Хорошо, мне кажется, все устроено. «Горки город», мы сегодня здесь второй раз. Ухоженностью трасс, более-менее хорошие трассы и наличием снега вверху. Всесоюзный курорт «Горки город» приготовил для женщин в этот день 3000 роз. Ну а самый главный подарок был от природы. Сноубордисты и лыжницы были в восторге от такого солнечного 8 марта. Пока родители были на горнолыжных трассах, не скучали и дети. Они в детском клубе «Леголэнд» «Горки город» делали огромное сердце из 20 тысяч кирпичиков лего. Это признание в любви всем мамам, отдыхающим на горнолыжном курорте. Его пообещали установить в верхнем городе на отметке 960 метров над уровнем моря. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.